Знаменосцев зал встречал стоя. Город воинской доблести Звенигород передал символы 6-го этапа эстафеты «Салют Победе» теруправлению «Большие Веземы». Момент торжественный и очень волнительный. Наша сегодняшняя встреча проходит в канун начала победоносного контрнаступления под Москвой. Каждый год мы вспоминаем это событие с неизменным чувством благодарности нашим ветеранам. Наш город оказался в самом центре величайшего сражения Великой Отечественной войны – битвы за Москву. 6-й этап эстафеты «Салют Победе» посвящен городу-герою Севастополю. Морская тематика буквально во всем. Песни о море никого не оставляют равнодушным. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Ветераны – наша живая легенда. Внимание и забота о них – дань уважения их великому подвигу, считает Татьяна Одинцова. В личном общении с ними можно понять, как ковалась победа. Мы все годы войны были в этом госпитале. Все годы войны, дни и часы мы сдавали кровь. Молодые девчонки, которым было по 16, по 17 лет. Ну а были те, которые не пришли после выпускного бала, к вам сюда на помощь в госпиталь военный. Таких, говорит, не было. Все девчонки пришли, а мальчишки ушли на фронт. И такие истории есть в каждой семье. Они звучат в песнях, хранятся в реликвиях. Теперь символы победы переданы в Большие Веземы, где будут ждать следующего этапа эстафеты. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».